К маленьким шадринским пациентам детской больницы пришли Дед Мороз и Снегурочка. Настоящий праздник для детишек, которые оказались перед новогодними праздниками в больнице, создали активисты из первичной профсоюзной организации Шадринского государственного педагогического университета. Дед Мороз и его внучка заглянули в каждую палату, чтобы вручить детям, их родителям, а также медперсоналу сладкий подарок. В светлых вестибюлях больницы вокруг елки охотно собирались и совсем маленькие пациенты, не слезающие с маминых ручек, и уже почти взрослые подростки, которые ничуть не меньше малышей радуются подаркам и веселому представлению. Ребята немного стеснительно рассказывали сказочным персонажам стихотворения, пели песни, а также водили с ними хоровод. Молодец! А дети на Деда Мороза с Снегурочкой реагируют по-разному, потому что, ну, представляете, вы сидите в больнице, к вам подходит Дед Мороз, конечно же, они очень удивляются. Некоторые стесняются, некоторые сразу начинают трогать бороду, некоторые начинают рассказывать стихи сразу же. Поэтому реакция очень разная. А знаете, у детей одна реакция, а у мамочек прям другая. У них глаза сразу же улыбаются, и нас это очень радует. Акцию «Профсоюзный Дед Мороз» волонтеры Шадринского педуниверситета устраивают пятый год подряд. Стараются никого не обделить вниманием и сладким сюрпризом. Традиционно в конце года они приходят в гости не только в больницу, но и к ветеранам, детям-инвалидам, детям, находящимся в детском доме, и к детям студентов и преподавателей. И оно нужно, потому что все-таки, знаете, у нас сейчас очень много проблем у людей. Многие задумываются, что, где и как, а мы их немножечко отвлекаем, говорим, что вот он праздник, он уже скоро, поверьте, в чудо, и оно к вам обязательно придет. Посещением городской детской больницы дело не ограничилось. Далее празднично настроенные молодые люди направились в гости к особым детям. Только теперь благотворительную помощь оказали предприниматели Шадринска. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они поздравили с наступающим Новым годом 8 семей, где живут дети с отклонениями здоровья. 28 декабря мы радуем деток, радуем особенных деток подарками. У нас 8 человек, 4 девочки, 4 мальчика. Это будет кукла и машинка, ну и, конечно, сладкий приз. Дети отнеслись к визиту гостей спокойно и нисколько не переживали, радуясь новогоднему чуду. Зимой и летом стройная зеленая была.